полагаем жизненно важным организовать бесплатную вакцинацию жителей Беларуси от коронавируса. Что мы и делаем. Мы договорились с Россией, мы будем буквально через некоторое время производить свою вакцину по технологиям российским. И я уверен, что в ближайшее время мы в Беларуси получим свою вакцину. Как бы для нас это не было сложно. Мы также условились с Си Цзиньпином, что в ближайшее время они нам предоставят свою вакцину. И наши ученые создадут вакцину. Знаете, это не только для того, чтобы сейчас защитить людей. Для того, чтобы сейчас защитить, мы произведем российскую вакцину. Но мы же поняли, что эта зараза, пусть не ковид, к нам еще придут. И нам надо будет защищать людей в будущем. Поэтому мы, создавая сегодня вакцины от ковида, смотрим в будущее. Нам это пригодится в этом ошалелом мире. Поэтому вы должны понимать, что и это стоит огромных денег. Но если мы сегодня не сделаем, в данном случае, эту вакцину, мы будем десятки раз больше платить за чужую в будущем.